Современные проекты строительства новостроек в Подмосковье отличают комплексное развитие жилищной инфраструктуры. Первый квартал. Именно так называется жилой комплекс от застройщика «Брусника», возводящийся в городе Видное. Первый жилой дом был сдан в начале этого года, и сейчас здесь проживают почти 1500 человек. Всего домов будет 6. Проект прежде всего не похож на все остальное, все, что строится рядом, да, все-таки проект квартальный застройки, каждый дом представляет из себя замкнутый контур, и мы имеем двор без автомобилей. Секции переменной этажности позволяют увеличить доступ солнечного света во двор. Зона отдыха со спортивными и детскими площадками украшена различными видами растений. Для машин предусмотрена парковка по периметру жилых домов. Соотношение цены и того качества, или того, даже может быть не качества, а ту идею, которую дает ЖК «Первый квартал», я думаю, что вот лично для нашей семьи мы вот этот баланс нашли именно в этом же жилом комплексе. Здесь интересное решение, как закрытый двор, здесь неплохая планировка, и одной из самых главных здесь была неплохая цена на этапе строительства, когда мы покупали эту квартиру. В жилом комплексе полностью продумана инфраструктура для комфортной жизни. В сентябре в первом квартале начал работу соседский центр. Это общественное пространство для совместного отдыха и проведения досуга местных жителей. Здесь проводятся мастер-классы и развлекательные игры для детей. Взрослые могут заняться фитнесом, посмотреть кино или взять книгу в библиотеке. Можно воспользоваться прачечной, а пока стирается белье, попить чай. У нас разрабатывается программа мероприятий на каждый месяц, которая обновляется, дополняется, и она создается, исходя из потребностей жителей. То есть наши сотрудники соседского центра всегда в прямом контакте с жителями, они общаются, выявляют их потребности, и, исходя из этих потребностей, предлагают какой-то досуг. Проект центра был разработан вместе с жильцами. Теперь у них появилась возможность провести свободное время, не выезжая за пределы жилого комплекса. А многие посетители приходят сюда, чтобы поработать. Иногда хочется уединиться, у меня дома ребенок, и не всегда получается в спокойной атмосфере поработать. Вот. Ничего подобного мы не встречали на самом деле, поэтому нам интересно. Первые этажи домов отданы под коммерческие помещения. Для собственников и арендаторов компания «Брусника» разработала специальный дизайн-код для оформления объектов. Все это позволяет сохранить единую стилистику здания, не загромождая ее разноплановыми вывесками, буквами. Сейчас на финальной стадии строительства находится второй дом. В перспективе на территории квартала появится собственный детский сад, школа и крытый паркинг. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.